В работе у нас был легендарный автомобиль. Это Infiniti FX под псевдонимом «Мускулистый апельсин». Значит, здесь стоит еще родная система. Вот. Без навигации, экран низкого разрешения, CD-ченджер 6-дисковый. Так. Сюда будет устанавливаться система 08 IT, Quarion от Infiniti 16 года. Изначально здесь стояла система родная, на дисках стоял CD-ченджер 6-дисковый, без навигации, без громкой связи. Вот. Мы сюда установили оборудование, которое нам любезно предоставила питерская фирма Xonavi, и также технология установки. Это оборудование от Infiniti 2016 года. Вот. После установки что мы имеем? Значит, во-первых, у нас радио европейского диапазона. Вот. Вся система полностью на русском языке. Затем появилась громкая связь Bluetooth, а также Bluetooth аудио для воспроизведения музыки с мобильного телефона. AUX-видеовход для подключения дополнительных устройств. В данный момент на этот видеовход у нас подключена система кругового обзора. Затем здесь имеется USB-разъем установлен, подлокотник для воспроизведения музыки и фильмов с флешки. Вот. Далее, в штатном месте, где у нас был CD, теперь у нас установлен DVD-ченджер. Можем просматривать DVD в формате 5.1, а также обычные диски MP3 и тому подобное. На экране у нас выводятся штатные функции автомобиля. Это запас хода, вот, бортовой компьютер. Также кнопки руля работают. Все штатно. То есть звук вперед, назад. Имеется навигация. Навигация у нас карты 2017 года. Россия, а также дополнительно еще 11 стран, граничащих с Россией. Штатная камера заднего хода работает. И имеются активные поворотные линии, которые отображают траекторию движения при движении задним ходом. Много сервисных настроек. Аудио настройки. Все на русском языке. Все кнопки родные работают как положено. Смена яркости дисплея, настройки и тому подобное. Значит, работы проводились компанией RAM Automedia. Оборудование предоставлено фирмой Xonavi. Спасибо за внимание.